Красноярский «Сокол» третий раз подряд обыграл хоккейный клуб «Саров». Это серия из 7 матчей с одним соперником, которая покажет, кто встанет в плей-офф ВХЛ. Вчерашняя игра после дополнительного времени завершилась со счетом 3-2 в пользу наших. В составе «Крылатых» отличились Дмитрий Цыганов, Александр Семин и Игорь Рудников. Точный бросок последнего и принес «Соколу» победу. Прямо сейчас в Нижегородской области красноярцы проводят с «Саровом» уже четвертую встречу. И если победят, то досрочно и впервые выйдут во вторую стадию плей-офф ВХЛ. Если же выиграет соперник, то их пятый бой состоится в Красноярске 2 марта в арене «Север».